геометрия, расштриховочки, лишнее архитектурное. И посмотри, как они хорошо держат все. Значит, мы укладываем сначала тело моста этими камушками. И обрати внимание, там есть жесткость. Значит, у нас с тобой в этом пространстве куча гор. Вот эти освещенные части уложим тоже. Горы делал Бог, а не человек. Поэтому вот такие горы он не сделал. Положил и вдавил. Вдавил. Причем тут же соседство лежачей плоскости со стоячей. То есть не обязательно только кистью. Можно и вот такими разрезалочками. Так, балкончичек. Раз. Обязательно, если речь идет о веточках тоненьких вот таких, то кисточка, ворс у кисти должна быть. Она тоненькая, но у нее ворс должен быть длинный. Это фронтальная к нам часть, да? Блеск на капотах и на крышах. Нарисуй просто как силуэт. Вот две тональности, светлая и темная. Вот мера краски, которая будет моделировать. Желательно эту картину писать дальше, используя то, что она подсказывает сама. То есть я замешал прямо там. И все по вот этой траектории, по вот этой, по вот этой. Не обязательно, чтобы она все была из одинаковых лоскутков. И кроме вот этого движения, можно же позволить себе и такое, правда? Круглый предмет любит штриховку по своей окружности. Прорисованность. Кисть лежит к холсту, и я ее тяну и дурачусь. Вода, она как зеркало, глянец такой, мощный глянец. Вот у нас уже что-то. А камни здесь. Тонковатые вот такие, рубленные.